вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средства разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.